Привет всем! Начинаю влог в таком немножко нестандартном варианте. Мы сейчас собираемся идти по делам. Я вот оделась, просто шорты, футболку. На улице у нас очень жарко. Вчера немножко срывался дождь вечером, но все равно жарко. Жара не уходит от нас ни в какую, хотя уже сегодня 6 августа. Сегодня пятница. Вот. Кстати, свою сумочку первый раз буду выгуливать. Классная, она такая мягкая и вместительная. Тут два отделения. В общем, круто. Так, собрались мы сходить. Нам нужно вообще в заботу пойти забрать результаты ЭКГ. Вот. И еще я собралась с трудом, с силами сходить наконец-то в храм, отнести вещи. Мы насобирали два пакета большущих. Сейчас я вам их покажу. Давно уже собирались сходить, отнести вещи, и никак. Вот, и сегодня я уже сказала, либо сегодня, либо никогда, наверное, это не произойдет. Храм находится в таком месте, он недалеко от нас, но как бы мы в ту сторону вообще не ходим. И как-то не по пути. Был бы он где-то по пути, давно бы уже отнесли. Вот, мы решили сейчас прогуляться. Там на улице ветерок, в принципе, думаю, в теньке будет нормально, если идти. И потом оттуда уже пойдем в заботу. После храма, давайте я вам покажу. Два пакета вот таких вот здоровенных. Этот прям вообще битком. У нас здесь и обувь. Вот тут сверху положила две пары. Там пазлы вот нам отдавали. И ну как-то не пошли они нам. Игрушки там всякие. И школьные принадлежности. И одежда. Даже новые носки есть с этикеткой, еще с упаковкой, которые ни разу не одевали. Они маленькие. Здесь вот две рубашки школьные. Сумка моя, кошелек мой. И там детская одежда дальше. Знаете, отдать некому, а выкидывать просто, ну, жалко. Есть люди, которые нуждаются в этом. И мы уже не первый раз туда относим вещи. И как бы, ну, всегда принимают. Я говорю, что вещи нормальные, кому-то пригодятся. И всегда там принимают. Кому нужно, я сейчас расскажу, где это находится, кто в Ростове. У нас на Международной, улице Международная, там есть храм. Точно я не знаю, как он называется, но вот при нем есть то ли приют, вот знаете, как для бедных, то ли вот какая-то как центр помощи. В общем, заходите вовнутрь, в ворота, и по левую сторону стоит церковная лавка, где продаются вот эти вот всякие иконки, свечи, в общем, такое. Заходите туда и говорите женщине, что вы принесли вещи, и она принимает. Ну, там просто ставите, и все. Потом, наверное, кто-то приходит и забирает их. В общем, один раз даже мы приносили зимние куртки, это вот осенью было. И она сразу кому-то вот позвонила и сказала, что принесли куртки, приходите, заберите. В общем, всегда принимают. Вот. И игрушки носила, и книжки туда носила. В общем, и свою одежду. Ну, в основном я детскую одежду туда отношу. Вот, в общем, кому, может быть, нужно, не знаете, куда деть вещи. Вот в Ростове есть такое место. Я долго искала, куда это относить. И вот нашла такое место в шаговой доступности от нас. Ну, минут 15, наверное, пешком вот от нас идти. В общем, так, ладно, меньше буду болтать. Мы уже собрались и пошли. В общем, принесли мы в храм вещи, отдали, все нормально, сразу приняли. Здесь такой вот скверик. Дети вон на площадке. Сейчас пойдем в заботу. Идем. Хорошо хоть в теньке. Все равно солнце припекает. Хотя ветерок хороший. Я тебя сейчас постучу, Кирилл. В общем, идем сейчас заберем, посмотрим, что за результат. Надеюсь, что будут хорошие результаты ЭКГ. Вот. Расскажу, в общем, потом. Можно забрать результаты, а как бы это сделать?
Спасибо. Так было задумано. До свидания. Пошли. Забрали мы результаты. Написано без отклонений и возрастная норма. В общем, слава Богу, все хорошо. Дети тут чистят орехи. Привет. Не здоровались вы? Хотят пирог ореховый, да? Сластеный. Если, по-моему, у меня есть рецепт на канале, ссылочку оставлю где-нибудь под видео. Или вот здесь. В общем, ореховый пирог. Ну, есть такие орехи старые, где уже жучки завелись. Ничего страшного. Хорошие выбирайте. А вот такие черные не надо. Большой пирог не получится, но маленький. Какой-нибудь испечем. Орехов мало. Договорились, что они орехи не чистят. А я пеку, да? Вон, выколупываешь из этих всех. Вычищайте. И тархун пьют. Кирилл, как в ресторане, да? Коктейль. Да? В общем... Ну, давайте чистить и будем пирог печь. Еще я тут замариновала мясо в духовке, сделаю. Вот, и спагетти будем варить на гарнир. Вот такой вот скромный ужин я приготовила. Вот. Мясо запекла в духовке, спагетти сварила. Вчерашний аджапсандал остался еще. Порезала помидорчик. И испекла два пирога. Это шарлотка с яблоками, обычная наша, любимая. Вот. И это торт, я его неправильно назвала, извиняюсь. Он называется лакомка. Рецепт я оставлю под видео. Есть у меня снятый рецепт этого пирога с орехами. Очень все просто, но бомбически вкусно. Аромат волшебный. Наверное, на всю улицу пахнет. И прибегу скоро соседи просить мой пирог, потому что аромат вообще неслыханный, сказочный просто. Вот такой вот ужин. У нас уже 5:30, мы ждем папу домой. И пятничный вот такой вот у нас будет ужин. Сегодня пятница, впереди выходные, хочется немножко расслабиться, поэтому поужинаем в семейном кругу, пообщаемся, вот. Потом попьем чай с пирогами, кто какой захочет, и будем отдыхать. В общем, если еще что-нибудь будет интересненько, я обязательно вам поснимаю. Оставайтесь со мной.